Привет-привет, уважаемые! Ты снова на канале FrontBet. Ну что, у нас на 13 сентября, чуть не сказал августа, еще лето никак я не отпущу, хотя уже осень прет полным ходом. На 13 сентября Лига Чемпионов. Мощные, сочные, яркие, красивые вывески. Я отобрал два матчика. Бавария-Барселона. Сейчас я вам здесь, на этом канале, расскажу, на что я зашел в этом матче. Свое мнение вам, так сказать, выдам. И матчик еще один меня заинтересовал, такой как Ливерпуль-Аякс. Он будет на нашем втором канале. Обязательно перейдите, посмотрите выпуск про эту игру от меня по ссылочке в описании под этим видео. Ну что, друзья, не знаете, где ставить, да? Проблема сейчас с Мелбет. Проблема в том, что Мелбет официальный российский, у него это не проблема, они просто переоборудовывают, переделывают свой интерфейс, там делают новые условия, стараются для всех нас, для вас, для нас, для игроков, чтобы было еще лучше, и это продлится в течение 2 недель. Что же делать? Есть вариант, друзья мои. Он всегда был, вы, может быть, его не слышали, но я вам напомню о нем. Есть отличная офшорная БК Малбет, которая давным-давно работала и работает, и мы в ней ставили всегда. При регистрации по промокоду FrontBet вы получаете до 10 400 рублей на первый бонусный депозит. Также отличная мощная БК 1WIN, которая утраивает ваш первый депозит по нашему промокоду, специально для вас выбитому мною лично от этой БК для своих подписчиков WINFB. Промокоды, все ссылочки рабочие найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Пока эти 2 недели будем играть на вот этих двух классных, сочных, красочных. Скачивайте приложение, все удобно, все быстро. Куча всяких событий, угловые, тоталы, нуту, интервальные, там, фолы, не фолы, ну все есть. БК Малбет офшор, и он идет и для России, и для стран СНГ, для всех. И классная, крутая, мощная, обязательно зарегистрируйтесь по промокоду WINFB, БК1 WIN. Поехали дальше. Друзья мои, у нас в телеграм-канале просто зашкаливает статистика в лайве. Вы можете зайти его там сами убедиться по ссылочке в описании под этим видео. Ну, где-то вы такое слышали? 212 побед и всего лишь 30 поражений. По-моему, редко кто выходит на такой уровень. Мы прем, мы поймали удачу и мы не собираемся останавливаться. С утра все уже заработали. Если ты еще не с нами, добро пожаловать в нашу телегу. У нас более 9000 подписчиков. Ссылочка в описании под этим видео. Ну что, друзья мои, по поводу матча Бавария-Барселона. Казалось бы, да? Вот было бы это, допустим, буквально год назад, я бы не стал заходить на то, на что я зашел в нынешний момент с нынешними составами этих команд. Как по мне, так нынешняя Барселона, ну, просто не в состоянии будет справиться с баварской машиной. Ведь там все те, кто... Ну, единственное, вот, да, Левандовский в Барселону сейчас улетел. Я имею в виду в клуб Барселону. А так, Бавария на уровне, друзья мои. И я решил все-таки рискнуть и зайти на чистую победу за 1.76. На то, что Бавария одержит победу в этом матче, в этой встрече. Согласен со мной? Поддержи меня лайком. Ну и играйте всегда с головой. Помните, что ставки — это всего лишь игра.